Валерия Шипренко, канал Украина. Скажите, просто вот если эти шаги, да, вот, которые вы перечислили, будут сделаны, то мы вернемся, да, к какому уровню? Это будет докризисный уровень, это будет возвращение на уровень 2005 года? Если, будет рост? Если воплотятся прогнозы Министерства экономики, они отчасти совпадают с прогнозами Национального банка, то к концу 2015 года Украина может в сопоставимых ценах по уровню ВВП вернуться к показателям 2005 года. Еще вопросы, коллеги? Если вопросов нет, то тогда спасибо за внимание. Если у вас возникнет интерес в отдельных разделах нашего отчета, пожалуйста, обращайтесь в центр. Любой из экспертов, авторов этих глав с удовольствием прокомментирует. Спасибо, до свидания.